Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Россию» в Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, чтобы быть в курсе происходящего. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Ты как-то так недружелюбно относишься к людям. В демографии ты недружелюбно вперед будешь вырываться. Зачем? Ты и так на первом месте по счастью. Чуть мой люкс. Тебе хорошо зайдет. Каменолом не есть. А чё ты не строил Галькарнас? Да, чё-то не до него было. На этой карте все с друг дружкой дружат, да? Так может определим сразу победителей по домам. И только мы с тобой индус воевать будем. Так, ну, я тут сильно разговаривать теперь уже не буду, тут футбол через 15 минут. Не напрягайте меня больно сильно. Главное, миссионера веди. Ну, он уже в Братиславе, он стоит, уже идет на подходе. Это реально твой Новгород через 5 ходов сам обратно. Если не вырастет, конечно, за это время. Это тебе этот юзер интерфейс показывает? Серьезно, что там стрелять? Идет продук. Ну понимаешь, далеко мы находимся, ты увидел я. А, для этого ты взял эти границы открыты. Это просто будет отдыхаться в твоем болоте, посмотреть, где живешь. Хитрые все такие тут. Не, ну может тебе нужно для роста городов. Мне вот, наверное, нужен твой люкс. Может пойти Византию забрать? Без проблем, Византию. Thank you.
Австрийц ему не поможет. Кельт, мне кажется, тоже нет. А сколько у него городов? 4. Ну, эти 9-9. Ну, зачем Москва и Питер. Науки-то? Встаешь что-то? А зачем мы с первым? Ну, сильно отстаешь. Ну ладно, жалко что. Блин, зачем тебе Сикстинская капелла, а? Скажи. Леша, видишь, как все посчитали мы с тобой? Да. Круто. А кто это построил, слушайте? Индус, что ли? Всегда индус строит. Я же вам сразу, с самого начала игры сказал. Плохой индус. Линдекс предложение. Так, куда тут бегают у меня? Что это в лайфе, кто на границе с Россией делает? Да что-то не знаю, стоит. Сириус. Что за пикт? Убирай пикт-то, что постоянно вот это. У меня кто-нибудь стоит у тебя под границами? Да, я его давно поставил, забыл про него уже. Пожалуйста. Что, встретиться так никого найти? Не нашел на ту сессию? Или кого вообще, чтобы конгресс открыть? Да, похоже, мне придется вас открывать. Что, я всех нашел. И печатный пресс я открыл. Значит, следующим ходом. Замечательно. Византию тоже открыл? Да. Странно. Что странно? Ну, что нет конгресса. Успеем форум начать. Ну, что предлагать, у кого какие предложения? Погадим что-нибудь в Австрии. Давайте, да, Австрию что-нибудь подгадим. Давайте нет. Или выставку. Кого там дети орали. Пряность. Давай, австриец, ты мне дашь соли, я не буду предлагать ничего против тебя. Это ты прямо сейчас выбираете уже? Не, следующим ходом будет, но я так понимаю, что я первый всех нашел. Видимо, я буду предлагать. Хотя фиг знает, какой тут алгоритм, честно говоря. Да должен быть. Я понимаю, кто первый открылся. Ну чё против меня? Я он последним по промке. В два раза почти. Нет, не... Собирайтесь меня давить. Не я предлагаю. Появился конгресс? Какую хорошую религию продавить? Ну, так, Сириус, если ты приведешь ко мне своих миссионеров, я тебе войну сразу убью. Сразу предупреждаю просто, чтобы потом удивлений не было. Да, и ГГшки вот эти не надо, Ватикан, Милан обращать. Ты ж не хотел, чтобы я туда и шел? Ватикан, Милан. Это чудо есть. Ну, вот эти, которые внутри, там, где я нахожусь. Это Ватикан и то, что там правее Милан, Кабул, Иерусалим, Киев. Ну, Ватикан, можно разочек? Да не. Ну, ты меня в Кахоке не пустил же. Да ты рассказывал, что у тебя чудесный, это тот Фудзи, оказывается, есть. Да я забыл про него. Ну, это такое чудо, знаешь. Мне бы любое подошло. Thank you.
Ну, ты пришел разобраться с этим лагерем? Да. Хотя я его только на этом ходу увидел, но да. Я не буду апать, можно удалять хоть какие-то деньги. А в цветом средней с культурой все хорошо смотрит. Ну еще у Сикстинской капеллы столько чудес. У меня нет, да. Сикстинской капеллы. А, там других чудес. Ребята, мировой конгресс появился или нет, я не пойму. Вы предлагаете что-то? Ну откуда он мог появиться, если я никого не вижу, кроме нас троих опять. Но я-то всех... Подожди, но я-то всех нашел и печатный пресс открыл. Понять, вы тут профессионалы, я так. Не знаю. Видимо, все ждут, пока я выйду. А, нет, стоп, я наврал, я печатный пресс не открыл. Точно, я банковское дело сначала открыл, ясно. Жду чего-то. Ничего себе, вот этот из Эдинбурга в Лондон, хрен знает куда бежал захватывать его. Ну, а чё? О, я слышу же там вопли комментатора у Лигу на фоне, да? Да, есть такое. Гимны послушаем. Не один я больной, да? Нет, один ты. Все остальные просто смотрят футбол. Типа не болеют. В Новгород отправлю на производство караван. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Византиец, 15 тысяч армии, ничего не боится. Чего бояться? Действительно. Не, ну в принципе.
принципе, я так думаю... в одну клеточку? Не-не-не, я так-то думаю, Киев или Милан сейчас выкупится и пойдет на меня, может быть. Что, сейчас опять... Слышите, под Прагой, битва миссионеров. Свободен отсюда, давайте, всякие танкистские миссионеры, отделяют у них. Лёша, скажи, у нас самая крутая религия. Вообще, ну, блин, круче я не видел. Что там у вас? Да что, у одного буддизм, а у другого пантеон? На выгоны? Упрощение у зрителей, но дальше будет периодически слышен фон от телевизора. Потому что я включил слишком громко чувствительность микрофона, и несмотря на то, что телевизор находился очень-очень далеко от компьютера, вообще в другой комнате на самом деле, очень хорошо записалась вот эта громкость этого бормотания. Я надеюсь, что не сильно будет вас раздражать этот фон, но, к сожалению, иначе никак нельзя. Я пытался подавить звук, но из-за этого тогда голоса моих соперников тоже начинают искажаться. К сожалению, придется вот так оставить. Еще раз приношу извинения. Что произошло? Это был мой миссионер. Ясно. Серёж, ты же понимаешь, что после этого мы дружить точно не будем? А все равно Прага будет моя. Не, Сириус, ты... Если ты собираешься Прагу обращать, то я не буду с тобой мир заключать. А тебе какое дело до Праги? Мне есть дело до религии. Хороший был караван у тебя в Сапии, да? А его уже нету. Да, его уже нет. Не, ну он уже перестал бегать давно. Счастье мне твое сразу нравится начало. Стоило это все дело. Конечно, стоило. Сейчас тебя алмазы отъем по телепуту. Будет классно. Давай. Удачи. Зачем ты, Сириус, ссоришься не с теми людьми? Только футбол. Ну, а почему я должен отдавать Прагу? Прага ближе ко мне, я считаю, это моей религии должен быть. Обалдеть, вообще-то он рядом с Питером просто конкретно. Ну, с Питером, да, но относительно городов, как они называются. А при чем тут индус? Это моя религия тоже.
Я против того, чтобы ты мои ГГшки обращал в свою религию. Я не хочу, чтобы давила твоя религия на мои города. Я не понимаю, зачем упираться вот в данном случае? Это все потому, что Боробудур пострел, некуда девать миссионеров. Да нет, я просто тебя и так в Прагу послал бы миссионера. Какой, кстати, я должен вообще? Да это Боробудур с одним ходом, я не знаю, сколько уже висел, я не хотел его строить. Ой, какой счастливый, так и хочется ударить. То есть решил угробить свое развитие для того, чтобы что? А почему Прага до сих пор под моей религией? Не хватает, да, твоих супермиссионеров? Ну да, я не думал, что особо. Там Прага одного убила миссионера, поэтому не получилось. Это его миссионер. Не, там у тебя было два, и рыцарем убило. Ну, вроде это был его миссионер. А, то есть ты захватил его миссионера? Да, я чё бил войну? Подождите, а города-государства вообще их убивают или они себе их забирают и что-то с ними делают? Они себе оставляют и ходят с ними до конца игры. Прикольно. Какие молодцы. Ну а ты что не открываешь печатник? Я слишком классный для этого. Хороший резон. Ну что, серьезно, что Голиаф не приходит? Что, кельт к тебе Голиафами приплыл? Ага, да. Это по берегу там обстреливают, ну и там всякие не пихты, копейщиков там. Ну ты смотри, я там видел, что коляски плыли, у меня там скаут плавает. Пускай плывут, кого тут коляски напугают, когда тут есть все эти самые рыцари. Ну, мое дело предупредить. На этом мы вам и благодарны. Спасибо.
Мне не надо Линдекс. Ну, если очень не надо, то... Если бы ты мне какао или соль предложил, или на что-то, что у меня два. Вообще, блин, австриец, ой, то есть кельт, у тебя там Австрия, а ты с нами отношения портишь. Я вот это, мне вот это непонятно. Согласен, давайте Прагу. Прага ближе ко мне. Это мои относительно индусы. Я не согласен, что там будет его... Ты вот иногда, Сириус, упрешься в какую-то фигню, вот реально просто, ну, блин. Ну, а почему я должен соглашаться с тем, что религия? Я согласен, что... Ну, потому что Прага рядом с моим городом. Я тебе говорю, я не хочу, чтобы она давила на мои города. Блин. Так, ну, так нелогично понять. Я еще не знаю, может, она тебя просит, чтобы ты религию там распространил, а он мой союзник. Нет, она не просит, точно. Нет, надо упереться, вот упереться в какую-нибудь фигню обязательно мелкую, которая вообще не влияет на игру, и давать другим развиваться в этот момент. Ну, мне, допустим, не хочется, чтобы у индуса было 13 городов. Вот этого получает куча голды. Но он же не за каждый город получает, а за жителей. Я тебе вот могу сказать, что вот у меня, например, фолловеров у него так 17, 32, 38. 38 разделить на 4, он 9 золота с меня в ход получает. Обалдеть. Ну, а было бы плюс. А если было плюс 2 золота, тогда я понимаю, было бы. Вот это офигенно. 13 городов было плюс 26. Это было бы офигенно. А тут ты Прагу хочешь, у которой 6 фолловеров, он получает с него 1 золото в ход. Но надо упороться с этой Прагой. Плюс 2 идет за город, а не за каждых жителей. А у него идет за 4 дофига. У него идет за 4 последователей. 1 золото за 4 последователей. Посчитай, я тебе только что рассказал, сколько у меня только последователей. За только за твои города плюс 10 он получает. Плюс 9. Ну, только за твои города. Теперь добавляем его города, добавляем ГГшки. Сильная. Но ты хочешь обратить Прагу, с которой он имеет 1 золото в ход. При этом ты испортил с ним отношения, испортил со мной отношения, потому что я не хочу, чтобы там она давила на мои города. В это время австриец сидит, строит чудеса. Ай, ладно, я не знаю, о чем. Ладно, хорошо. Сириус, упарывайся, фиг с тобой. Ну, еще генерала привел мой люкс отжирать. Прикинь, да? Это был только предлог. Не, ну все, теперь Сириус, мы тут реально воюем, ты мне футбол не даешь смотреть. Ну, вот. Не, ну вот это реально подло, Сириус. Просто вот, ладно бы ты просто там воевал, но футбол не давать, это... Дурнюс, да? Линдекс. О, поддержу это вот выражение. Сейчас, наверное, Лигу такой радостный вообще сидит. Да нет. Чего? Так и чё, что мы не сидеть вообще с Лигой? Ну а что, у меня нет денег, мне нужны города для моей религии. Чтобы то же самое, если вы хотите австрийцу, то мне нужна помощь, допустим, финансовая. Чтобы армию, мне нужны деньги. То есть плюс 2 золота лучше для тебя, чем, например, послать тот же караван в Софию или караван в Прагу? Караванов у меня лишних нету. У меня города не отъедают. В недавнем времени я был последним по населению, сейчас предпоследний. Чуточку опережая византийцев. Так что мне нужны деньги, мне нужны финансы, отсюда все это идет. А что имеет? Не знаю, что за проблема? Выходи в банк. У меня минус 14. Да не, проблема просто, просто вот упороться. Вот ему надо Прагу и хоть ты убейся. Это не в первой игре такой, Сириус. Вот ему что-то надо и вот прям... Вот
Убейся и все тут. Индус, ну, ты мяч. Гробишь свои бананы. Индус, ты мяч у техи воруешь. Так я ж последний, я ж вообще мальчик локальчик. Блин, Лигу, там меня эти варвары убивают. Иди помоги, это вообще твой... Да, твой, сейчас надо подлечиться. Твой лагерь, пока я не понимаю. Пока ты не прибежал, там нормально я стоял, они на море спрыгивали и обратно на сушу. И так постоянно. А ты приплыл, и вся система накрылась. У меня, допустим, только 18 голды вход. Мне этого не хватает. Я считаю, что свои проблемы нужно решать не за счет других, а самому как-то. Зачем тогда ты захватывал из этого англичанина, если ты сейчас не можешь держать свою инфраструктуру? Вот это объясни, пожалуйста. А вот это вот мы убиваем друг друга. Ну так отдайте Прагу и все. Мою веру. Чего? Так иди бери, мы с тобой воюем. Что хочешь? Я ее не держу, ее держит Петербург. Вот там, с Москвой вместе. Вот там иди разбирайся. Это нет, ты что хочешь конкретно скажешь? Предъява какая? Чего ты к Праге прибежал? Я бежал вот по договоренности с Лешей. Он тебе может ее озвучить. Специально был куплен миссионер. Такое. Ты... Да, да. Новейшее время. Ну... Ну, а продолжайте что, операцию. Операция продолжается. Это мы упираемся, да? Ну, я не знаю. Да тут там какое-то влияние. Как будто это влияние там скажется на Питере, блин. Там угля-то все равно нет. Ну, в любом случае, Сириус, две колды, мне кажется, это не настолько критично. Лучше уступил бы, и сейчас бы мы уже что-то думали с австрийцем. Блин, у меня нет голды. Вот сейчас у Золотого века запустил, у меня голда стала. Ну, я видел, у тебя минус 13 было. Вот. Мне нужны города для этого. А индусы и так там дофига. Он и так две нации в твою веру обратил. Лёш, слушай, ты уже не первый по науке. Как это так? Индус, чем так это? Может, тогда давай я Софию обращу и конфликт на этом исчерпаем. Ничего ты не обратишь. Она же не согласен. Она граничит с моим городом, и ты ее будешь обращать. И тем более, вот давай так вот включи немножко там калькулятор там этот. У меня там давление сейчас 36. Твоего давления там в принципе нету. Это твое обращение будет на ходов 5-6 от силы. Понимаешь? Ну, чего ты там хочешь?
У тебя тут давления нет. Этот город сам обратится, даже без моих миссионеров. Очень быстро назад. Ради чего ты тут это все затеял? Скажи мне. Я хотел обратить всего лишь Прагу. Но вы начинаете упираться. Там давление тоже больше, чем у тебя. Так, извините, я тут без наушников сейчас был. Если что-то, кто-то ко мне обращался, то так можно повторить. Все те же самые речи. Давай, Индус, хотя бы я Софию обращу. Или из Сиднея. Вот. Мне нужна еще одна ГГшка. Иди Прагу обращу. Что ты ко мне это самое? Ладно, надеюсь, австрияк не будет таким сердитым. Пошел я туда. Побегу к австрияку. Так кто-то там просил тебя свою религию, насколько я понимаю. Че ты за проблема? Все, пошел на австрияк. Давай мириться. Смотри, Сириус, у меня 5 городов есть, что ли? Есть нормально все. Сириус, обещаешь, да? Ну, я пошел туда. Нет, ты скажи, я обещаю не обращать в Прагу в свою религию. Обещаю. Если только она сама не обратится. Но я ее обращать не буду. Сама не обратится. Это я могу гарантировать. Это называется, а тем временем кто-то строит чудеса. Ну, инженер же надо куда-то использовать. Представляешь, у меня родился инженер. Я думаю, пойду сейчас я в Пизанку, построю Пизанку. Тут австрияк ее бахает. Думаю, фиг с ним, пойду меценатство, бахну запретку. Бахает запретку австрияк. Думаю, ну ладно, ну Сикстинку хотя бы построить инженером. И тут бахает индус эту Сикстинку. Представляешь, какая фигня? С трудом. А футбол, кстати, интересный. Думаешь, дают мне смотреть? Весело мячик пинают. С огоньком. Блин, я первый раз вижу, когда религию просто с нуля основываешь, и пантеон сразу же выбирается. Бывает. А чё тебе так? Спортила. Нафига тебе сейчас религия? А лучше посадил бы этого. Не, а я да, денежки, да. Денежки халявные бы еще. Я тебе византиец генерал у этого пророка привел. Да я вижу, вижу. Кстати, да, может быть лучше бы и посадил. Помнишь, что глаза загорелись, такого религия. Че, Стрек, как там с углем, кстати? А я только знаю, что плохо. Что, открыл? А уже я как-то про ворона дать себя установки, что тут делается. А, я же его старика не встретил, как я могу узнать. Лёшка, когда уже там этот замковый устал, правда?
Вот никого открыл сейчас, этим ходом мира. Открыл. О, как классно. А то я полмира не знаю, вот ровно половину считаю. Лучшую причем. Стряк, как-то местность разведывается. Да блин, такая карта вообще необычная. Я бы сказал, дебильная. Тут всем просто поделено, типа как на дуэли три штуки. Никак остальным не встретиться. Я вообще первый раз играю, что мы, я уже уголь открыл, до сих пор не встретились. Все игроки. Да, может скоро добегу до индуса. Кто там в порох пошел? Ну, не знаю. Наверное, кельт. Наверное. Будет артой нас гнобить. Прагу, арту я хочу перебивать. Да, тут даже с артой кельта как-то. Знаешь, сколько через прагу будет? Ватикан все-таки отправил своих миссионеров, да? Да и у тебя там влияние дофигища все равно. Ну какого сейчас тут поровну, моих на три больше. Какие у нас чудеса вообще, народ, в игре есть? Ты реально нашел два? Что еще есть в мире этом? О, ну все-таки я предлагаю. Ну что? Лигу. Лучше религию. Так я тоже предлагаю. Ты смотри. Ну, может быть, вмешивать предложить, боже. Давай, что ты мне дашь, чтобы я не предлагал против тебя? Я просто не знаю, почему вы против меня. Потому что ты лидер, блин. Сириус вас не пугает с его количеством городов и промки. Ну, я думаю, он отстает. Ну, я по науке отстаю. Но городов просто дохренища, и все на воде стоят. И фабрики у него тоже будут. И что, у тебя это они тоже будут? Так а у тебя пиза, у тебя кофейня. Тебе не кажется, что это много? Ну это покусаем Китаем. Индус. А, куда? Что, Китай? Китай? Подождите, я не помню, это читай юнит или что это? Это греческий юнит, который эндовывает, использует. Как там футбол, кстати? Какой счет? По нулям. Что предложить? Что вы хотите? А у тебя слушай, Астрис, может подарить тебе этого меткалука, который я тут плаваю? Можешь подарить. Зиндис, а у тебя есть чудо какое-нибудь? Нет. Вообще нету? Все печально. Ну, зато я наш. А у кого? Все у Леши там чудеса, да? Какие чудеса? Одного австрийца, одного тебя. У меня вообще нету ни одного чуда. А чего австрийца за чудо?
Гибралтар. Но он, а он его не собрал. Ну, то есть, да, рядом с ним. А что его не открыл? Одно еще. И этот же вроде Эльдорадо. А что-то, кстати, война на башке Эльдорадо. То, что это миф. Это правда, что это? Не знаю, я не видел. Это их там секрет. Да ладно, я настоящий придумал, чтобы вы типа на индуса начали. Я его никто не встретил. Ну. Индус, а куда ты это пошел? Я не хочу, чтобы ты здесь плавал, знаешь. Мы договорились. Видишь, как со мной просто договориться? Спасибо. Что еще могу кто там фарфорку строит? Кто? Я же спрашиваю, кто это делает? Ну вот я спрашиваю, кто это делает? Здесь всех нагнул по населению. Вот, кстати, я не последний парень в тире. Так что, остается просто под настроем. Не последний почему? Парни. Зато я первый. Ну что, хавайтесь под лавку. Танки едут? Танки едут. Тракторы. Тракторы белорус? Нет, блин, кировец. Я же за Россию играю. Не понял, Сириус, а что там за убийство юнита в Праге? Да мочило вот тут идет. Блин, ну слушай, ну вот невозможно с тобой договариваться. Сколько я себя не зарекаюсь. Вот ты что-нибудь... Вот не одно, так другое что-нибудь будешь делать обязательно. Ну что сейчас ты не так? Добровольцы бегут. Ну зачем ты убиваешь юниты Праги? Да просто как бы тренируюсь, учения провожу. Прокачиваю. Ясно. Это друг Кулкета, у него тоже такие заморочки. В чем проблема-то? Византиец, куда это они поперли? Кто? Ну вот это Орда. Это Орда? Киев, правда. Не, так не пойдет. Я понимаю, поэтому не выпили. Просто я как бы не хочу, чтобы две ГГшки рядом со мной были твоими союзниками. То есть в любой момент выкупаешь, и зашли у нас двух сторон. Армию подводишь и все. Опа-на. Ага, так, Шпана. Интересная тема. Прекрасная принцесса из державы Австрии вышла замуж за Патриция Киева. Фига себе, слушай, Лигу, игра тебя принцессой обозвала. Надеюсь, у тебя есть там что-то? Чтобы он не так просто пошел на тебя. Конечно, у вас Сталина, а вы купите, но это тоже будет.
Алексей, может быть, поможете чуть-чуть там бьете? Каким образом? Ну, арбалетом хотел бить. Ну, просто как бы... То есть просто объявить Австрии войну чисто... Ну, да. Лигу ты мне дашь соль, чтобы я тебе войну не объявлял? Дам тогда. А я, ну да, я ее не отдаю. Слушай, меня византиец, меня австриец купил. А я какашка. Ой, какашка. Какашка. Вот это по Фрейду прямо. Какао могу дать. Ну, давай какао. Извините, тогда ты ему отдаешь меньше убрать. Не, слушай, я... ну, как бы я уже поторговался с рицем, я так, как бы, ну, не обманываю людей. Кстати, заберу Киев, освобожу, будет нам союзником на себе. Или нельзя? Ты его что-то... не освободишь, это уже Венеция. Просто его город. Да. Все. Те города, которые получают Австрия и Венеция своими способностями, они уже не освобождаются. Ну, значит, будет просто хороший город. А, там же Кабул еще заменил. Да, Кабула-то подстава. Тебе там чуть-чуть повезло, но ты, по-моему, с ним скоро все. Да. Несколько ходов. Австрия, предложение там прочитайте. Просто как бы австрияк не взял бы сейчас на стороне регион просто? Да, он его сейчас взял, у меня нет. У него, он уже фабрики открыл, но и достраивает уже. А ты видишь то, что он достраивает? Нет, ну он давно уже открыл. Так он говорил, что строит. У него нет. По-моему, он сказал. Да не, все говорят. Да блин, Лигу. Лигу вылетел. Вот, да, я не знаю, что это у меня грузит. Ну заходи давай. Я просто один в игре остался. А, Лигу, короче, я твой юнит один убил. Ну потому что да, тебе еще. Прикольно. А второй юнит твой Кабул убил, если что. Окей. Не, мне кажется, австрийцу тут лучше порядок брать, а не свободу. У меня ж тут холмы всякие. Так, ты только когда входить будешь, маякни нам, чтобы мы... Ну, я уже подключаюсь. Ну, блин. Только в лобби подключаюсь. Ну, он сейчас успеет, мне кажется. Захожу. Так, а читайте тогда. Да я еще не зашел. Ну-ка, писать. Я только присоединение к игре идет. Вот, загрузка с лидером. Вошел. Ты давай. А, ну да, одного. Да, зашел, зачитывайте там. Раз, два, три. Елочка горит. Уголька я не вижу, на самом деле. Ну,
Так что не знаю, мне кажется, не строят фронт еще. Может, он посадит шпиона, посмотрит, не знаю, что такое. Блин, прикинь, византиец, Андрианополь не перебился. Чего, пророк не перебился? Да. Вот это сейчас последователи стало, там сейчас быстро. Да. Вычислил того, кто в пушке и шел и туда во рту. Византия? Ну да. Нет. Он сюрит. Это ложь провокация. Да что провокация? Он под нике и пушки стоят. Да ладно, это всегда бывает в Индии. Я вам сколько раз объяснять должен. Ой, что, крашнули, да? После захода. Что, опять я? Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение будет завтра. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.